Трехлетняя Милана переехала со своей мамой в Одинцовский округ месяц назад. Весело прокатиться на качелях и с ветерком съехать с горки – вот настоящая детская активность. Так считает мама девочки Юлия Волкова. Она тренер по тхэквондо. Двигательная активность для детей очень важна, особенно в контексте наших сейчас телефонов и всевозможных гаджетов. Такая площадка позволит детям действительно развиваться физически, что, конечно же, скажется на их интеллектуальном развитии тоже. Оставила свои гаджеты дома в этот день не только маленькая Милана, ведь на новой детской площадке «Буран» организовали настоящий космический праздник. Мария Пугачева живет в микрорайоне 6 лет, и ей приходилось ездить на прогулку с детьми на центральную площадь в Одинцово. А теперь необходимости уезжать нет. Игровой комплекс в шаговой доступности от дома. Мы теперь каждый день гуляем около дома. Это так приятно, что около дома есть такая красивая, функциональная детская площадка. Игровой комплекс был построен по программе губернатора. «Буран» приземлился на площадь более 300 квадратных метров. Теперь ребята могут не только кататься с горки или играть в догонялки, но и немного погрузиться в астрономию, изучая звезды на космическом корабле. Площадка так-то крутая, вот все такие домики, а вот тут корабль. Так-то мне очень нравится площадка. И если в поселке в Неисок приземлился космический корабль, то в Голицыно дети могут поиграть на площадке в стиле джунгли. Такая возможность у ребят появилась благодаря активной гражданской позиции их родителей, которые приняли активное участие в голосовании на портале «Добродел». Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».